Всем доброе утро, мои хорошие, с вами я, Каша Дже, и сегодня мы идем с грибами. Мне уже выходить, сегодня мы хотели поехать на электричке в Гаврилово, это Питер, блядь, за грибами, за боровичками, блядь, я уже взяла одно, чтобы всех зарезать. А мы думали встретиться с моей подругой в 6 утра, с чем-то, в 6:45, но, блядь, я сильно очень люблю спать, поэтому мы вместе пошли нахуй, не встретились. Поэтому мы едем на электричке в 9:45, я собираю манатки, мне уже выходить через 10 минут, поэтому давайте не буду пиздеть, расскажу все позже. Ну, конечно. У меня, кстати, блядь, сопли, блядь, опять геморит. Кто лечит геморит? Кто лечит геморит у ринотерапии? Напишите мне, пожалуйста, очень интересно. Ну и, конечно, перед тем, как ехать в лес, конечно, я хочу немного накрасить свою ебучку. Потому что если нас кто-нибудь изнасилует, я хочу быть самой красивой. Короче, я нанесу только консилер и тон, потому что тон, кстати, от Physicians Formula, The Healthy Foundation, вот, вот такая вот нереальная, обожаю ее, воняет это говном, бля, ну ладно, вот, конечно, шучу про изнасилование, да, я не буду наносить ничего, кроме консилера и такого тона немного, ну, знаете, такой небольшой слой, просто чтобы моя натуральная кожа не охуела. Кстати, у меня вылез писяк, представляете, просто трэш какой-то, не знаю, с чем связано, видимо, кто-то влюбился, у кого-то на носу, блядь, прыщи, в честь влюбленности, у меня писяки, блядь, это слово писька, блядь. Я беру и буду растушевывать. Знаете, совсем такой легкий слой, чтобы, когда я собирала грибы, грибники просто охуевали от меня, что я такая пиздатая, блядь. Вот. В принципе, мне кажется, что это норма, красится, да, ну, плюс видно, кожа устала, да, поэтому писяк вылез, именно поэтому я заеду на писяк, на глаз. Вот у меня вот тут вот, внутри. Прикиньте, блядь, эта трициклиновая мать куда-то, блядь, спиздили ее. Не знаю, кто, блядь, волки, Иваны и собаки. Вот. Как-то так, мои хорошие. Я купила еще белую тушь для этих бровей, блядь, от соды. Люблю ее очень сильно, потому что это единственная адекватная... Извините, блядь, поела кашки. Адекватная белая тушь, вот. А с собой что я беру? Потом позже вам покажу свой рюкзачок. Главное, блядь, выехать наконец-таки, блядь. Потому что если мы не попадем на поезд, то, блядь, будет херово, вот. Сейчас грибной сезон, я обожаю грибы. Консилер от... господи, Maybelline вроде, да? Ну, вроде да, вот такой вот шапочкой такой нереальный. Хочется пособирать грибов, честно говоря, заехать к бабке, заразить ее коронавирусом, бронхите, если я себя чувствую, хочу еще к бабушке заехать на дачу. Ну, в принципе, блять, двойное удовольствие. И квартира в наследство, и, как бы, перенос инфекции, вируса, точнее, какая нахуй инфекция. Вот, я уже почти все сделала, мне уже выходить, опять выхожу, знаете, тютя в тютю. Нам еще нужно с подругой, с Катей сегодня я еду, блядь, зайти, короче, в магазин, жрать выкупить, а то мы как бичи будем, грибы-то собирать будем, да, вот жрать-то тоже надо. Как-то так. Помадку с собой какую-нибудь нюдовую возьму для того, чтобы просто она была, да? А то, блядь, влюку изнасилуют без губ, как так. И, конечно же, немножечко припудрюсь. Для того, чтобы все закрепить, да? Вообще не стоило бы, на самом деле, на писяк тем более. Но я, конечно же, буду, потому что я тупая манда, и меня жизнь ничему не учит. А она-то красива. О, это яблоко и блива, и чернила. Ебать, мой макияж влез. Зафиксим немного, чтобы все улеглось. Ой, просто шик. Ну и, конечно же, тушь для бровей белая. Наконец-то смогу красить свои, блядь, их не... Эту тушь, ёбаную, нельзя купить в свободном доступе. Мне очень нравится эта тушь, потому что она вот такая вот белая, блядь, и охуенная. Блядь, так рада, что мы сегодня за грибами идём, пиздец. Наконец-то я соберу сыроежки и отравлю всю свою семью. Ребята, сейчас в лесу очень много кто теряется. Я знаю так, то, что люди пропадают. Поэтому, мои хорошие, какие у нас техники безопасности? Я перцовый баллон и нож держу в двух руках. Все остальное я не держу. Если что, сразу стреляем. Фу, ну что, мои хорошие, мы встретились. Доброе утро, Екатерина Большекискина. Семья Большекискиных. Дарья Большекискина и Екатерина Большекискина. Сегодня мы едем за грибами. Погода, погода ужасная, блядь. Уже продуло и так насморк. Но ничего страшного. Я переоделась. Сними мой лук. Давай. Сними мой лук-бук. Вот такой вот у меня скиновский приход. Это Мартина. Вот такие вот со шнурками пидовочными. Вот такие вот штаны, которые джинсы я ношу. Такие короткие, только куда-то я уже таки давно не ношу. Вот такая вот толстовочка. Она такая атмосферная. И, конечно же, такая скиновская, блядь, жилетка. И, конечно же, вот такой вот у меня кипарик. Мы ждем такси, оно не приезжает, ничего страшного, сука. А, извините, вот такая вот картинка из Фикспресс.
мясо для грибов. Еще у меня нож лежит в портфеле. А, ну и, конечно, мой портфель. Большая Кискина имеет вот такие вот сапоги. За 500 рублей купила. А, штаники вот такие вот, кирилловы. Друзиные, каппа. Вот такая вот, чтобы клещ не хуйнул в голову, бейсболка. И, конечно же, куртка. Я не знаю, успеем ли мне подождать купить, но пиво точно должны успеть купить. И, конечно, розовый рюкзак. Бля, такси там вызывается? Нет, сука, никто не вызывается. И, конечно, такая сигарилка. Большая Кискина. Вот, едем на вокзал. Не можем уехать, договариваемся с таксистом Большекисковым, чтобы он довел нас до Финляндского вокзала за 400 рублей. Прямо на улице договариваемся. Как настоящие гетто. Вот, доедем за 400 рублей. Почему-то, блядь, не можем вызвать такси, не знаю. Все Большекискины едут на работу, а мы едем собирать грибы. Вот такие вот картинки из Фикспрайса. Но это еще не все. Тут у нас протеиновые батоны для того, чтобы пить их, конечно же, с пивом Большекисковым. Мяу. Трансгендер. Сегодня мы с Катей Большекискиной хотели поехать на электричке 6:45, да? Да. Да. Чего? Тихо. А, хорошо. Алло. Девушка, я вот звонил вам, не могу дозвониться. У меня поломка, вот я не могу отменить заказ. Отмените, пожалуйста. Трэш, какой хитрый. Ну, я, видите, хочу завершить, мне не дают. Давай сейчас, я не знаю, там в этот позвоню. Техподдержку. Мы с ним договорились на 400, и он нас везет. Но девушке сказала, что машина сломалась. Какой вы хитрец, полный пипец. Ой, ну спасибо, конечно, да. Девушка, конечно, подождет, а вот наш поезд нет. Грибы нет. Но наши грибы точно нет. Сегодня мы хотели из Большекискиной выехать 6:45, но я встала еле-еле и говорю, записываю WhatsApp сообщение в 4 утра. Да, Большекискина, извини, я не могу встать, мне так плохо. Давай подождем немножко, все равно мы, типа, в принципе, едем, успеем, все равно с утра. Катя такая, да, конечно, давай. И в итоге мы как раз... А мне как мед на душе. Ты сама сказала, что тебе не очень так хорошо. Ну, типа, лучше бы мы выехали раньше. Ну, потому что, блин, я не спала. 4 утра надо было просыпаться. Слушай, я легла спать, бля, в 2 часа ночи. Вот, и я... Киска выросла в тройне. Какой-то трэш. Но я считаю, что мы едем в нормальное время, достаточно в 9:45. Через час мы будем уже там, блядь, все грибы нахуй в моей корзине будут фикс-прайсовые. Самый прикол в том, что знаешь, во сколько грибники обычно ходят? В 5 утра, блядь, в 4 утра. И мы такие, блядь, пожитки собирать, знаешь, то, что осталось. Давай. Как это называется? Остатки, короче. Остатки сладкие. Ну, короче, ребята, блядь, я как всегда. Мы едем, я такая говорю, Горилова. А, оказалось, что, блядь, Горилова. Какая Горилова? Гаврилова. А, Гаврилова. А вообще началось все со времени. Мы перепутали время. Я перепутала время. Оказалось, что, блядь, не Горилова, а Гаврилова. А, чтобы вы понимали, это, короче, верх и низ города. Вот. И мы с таксистом уже едем вниз. Я говорю, наверх, короче, полный трэш. Вот, и сейчас мы, короче, так, там просто большой огромный перерыв в будний день между поездами, и поезд там есть в 9:35, потом поезд только в 13:55, и мы решили нашли электричку и поедем на ней до моей дачи, вот, к бабке, заражать, ой, блядь, господи, заражать ее коронавирусом, потом уже с грибами. Блин, да ничего страшного, главное, да, сапожки ничего, видишь, новые. Как хорошо, вот я сначала думала расстроиться, уже, я честно, когда, блядь, сказала то, что нам не туда ехать, у Кати такое лицо было, блядь. Она такая, сука, как не Горилова, Горилова. Конечно, конечно, Катя сапожки вчера пошла купила. Катя пошла в Фикспрайсе, купила какие-то тележки, протеины. Вот, чтобы нам не густо было. Но зато у нас теперь будет 40 минут для того, чтобы там купить там пиво, там, например, да, чего-нибудь такого. Пиво, например, чтобы хорошо жилось. Вот как-то так, мой хороший, такой вот грибеник. Ну что, мои дорогие, хорошие друзья, я вот курю сигарилку, не знаю, честно говоря, плакать или смеяться, потому что назад, мать говорит, поездов нет. Мы, блядь, поедем до грибов, блядь, когда уже будет 4, нахуй, будем в потемках искать эти ебучие грибы в местности, где, лес, где я вообще нихуя не ориентируюсь, поэтому я безмерно счастлива найти хоть какой-нибудь залупный грибок, блядь. Сейчас мы с Мискати идем в магазин для того, чтобы купить хоть что-то пожрать, потому что иначе мы сдохнем с голоду. Если тем более, бля, проебемся где-нибудь в лесу, то нам, бля, точно уж не жить с Мискати. На протеиновых батонах долго не протянешь. В 10 на двух, да. Больше двух говорят слух. Стоит такой Большекискин, ест пирожок. Вот, короче, в 10
В 10:10 стартует поезд. Вот, я надеюсь, что, блядь, он есть, потому хотя что... Хотя бы в ту сторону, я надеюсь, он идет. Да, да. Уехали в пизду, блядь. Ну, зато прогуляемся, до Выборга доедем, хули. Ладно, может, друзья есть какие на машине. Заеду за нами. Ты в влоге, блядь. Я, если даже мы потеряемся, этот влог выложу после того, как мы потеряемся. Моя хорошая, может, друзья есть, заберут? Да, блядь, заберут. Выложите только на тогда-нибудь видео, окей? Когда нас найдут мертвыми. Мы с Катей Большакискины хотим что-нибудь взять с собой обязательно. Главное, конечно же, не просраться. Да, Даша говорит, салат. Ну, конечно, салат, если что, подотрешься листом. Вот, мне предлагают взять какие-нибудь пасту, блядь. Гурманы вот собрались в лесу. Вот такое я боюсь. А что боишься-то? Вон по короны, на тур буфет. Вот сэндвич бы я взяла. Сэндвич? Ну давай, кстати. Можно взять несколько сэндвичей. О, уцененные, точно, блядь, хорошие. Точно не просремся. Несколько сэндвичей можно взять. И еще-нибудь в прикуску. Еще, ну, конечно, пиво еще выпить. Ну, да. Блядь, вы лысые, что ли? Интересно, какого он года? 2017-го, блядь. А, вот, вижу. Ты что, блядь, слепанчня? Вот. А, вот, все. Годен. 15-го. 15. Фуршет просто сказочного характера. Слушай, попить что-нибудь или пивка на хлебнуть, да? А, хорошо. А, не знаю, что еще можно взять. Точно уже хватит нам. Блять, мы точно сейчас жрать захотим. По ощущему велению, по моему хотению. Мы в Пятерке, поэтому берем все. Вот такой вот паштет сетра по скидке за 41 рубль вместо 89. Вот такой вот паштетик. 1-2. 1-8, но куда мазать? Ой, до 6.00. А, до 23-го года, ебать, прикиньте, блядь, такой в паштетик. Куда мазать? Да. Давай хлебцы, может, возьмем? Да, давай хлебцы. Давай. Щи. Ебучие. Так, ну что, Екатерина Большакискина? Я голосую за вот эти, для меня не самые вкусные. Отлично, а есть рисовые? А то у меня этот аллергия на глютен, или ты хочешь, чтобы твоя подруга обосралась сегодня уж точно? Найди рисовые, девочка моя, мы в Пятерке. Ну, в Пятерке. Пятерочка выручает, малышка. Рисовые. Вот. Вот эти возьмем? Давай. Доктор Корнер. Отлично. Мишка Тюня, бери. Вот такая вот хорошая девочка. Слушай, ну, мне кажется, мы не нажрёмся. Я-то жру за 10 рыб. Ну, давай, может, банан возьмем какой-нибудь. Банан? Такой. Ну, точно давай возьмем банан, чтобы еще на него сесть можно было. Две штучки? Да. Отлично, моя хорошая. Вот одна штучка вот такого вот банана. Кстати, блядь, я только вчера купила бананы, и у меня очень много бананов дома. А что ты не взяла с собой? Ну, я не Маша, блядь, с собой таскать еду. Поехали домой, возьмем огурцы за помидорами, блядь, две штуки. Большакискина вообще мощно. А, вон две штучки сразу. Ну, сейчас лезу, блядь, в свои корзинки фикс прайс. Вот такие вот. А их надо взвешивать, нет? Нет, не надо, тут для тебя вешивают еще. Пипец полный, Большакискин. Я не хотела заезжать на дачу, потому что у меня сопли, блядь, и там, ну, типа, я приболела, да? Ну, видимо, бабки не жить, поэтому едем на дачу. Господи, какие у меня ужасные шутки черношные, ну что поделать? На самом деле у тебя ничего такого нет заложенности, у тебя постоянно. Слушай, моя хорошая, это не норма. Я никак выздороветь не могу уже полгода, так все хорошо. Здравствуйте, а вы не подскажете алкогольная продукция, пивко? Алкоголь с 11. Боже мой, с 11. Все, не уйдем. Большакискина. Как это, блядь, не припить? Как-то. Пятерочка, раз сегодня не выручает, то выручит хачмагаз или ларек, потому что мы там купим пивка. Как это пивка для рывка? Рывка. Пятерочка, с заботой, блядь. Какой заботой? С 11 пива. Никакой заботы нету. Честное слово. Две большакискины бегут быстрее на вокзал. До отправления минут, наверное, 10. Это значит, что большакискины очень хотят уже кушать. Я, блядь, хочу уже сэндвич съесть. Ну, ничего страшного. Сейчас быстренько добежим. Вот, купила, кстати, карми. Вот такая вот новинка. Вот такая вот карми. Ну, а что? Вот, пару дней назад, знаете, думала о том, что буду правильно питаться, а то, блядь, с пивом прихватило пиздец. Ну, правильно питаемся, пиво пьем, блядь, потом говорим, что кости что-то не работают. Ничего страшного, мои хорошие, главное не сдохнуть. Прилетели мы на вокзал, Фокеншитова бежит занимать Фокеншитову очередь. Большакискова встает в очередь для того, чтобы купить биолетик тикет. Я не знаю, честно, у меня сейчас, вот, видите, сейчас я возьму. У меня должно сейчас карточка быть, короче, где-то, но ее нету. Надеюсь, никто не спиздонил ее. Стоит Большакискина, ждет своего билета. У нас отправление буквально через 10 минут. Вот, если не меньше. Надеюсь, что вообще есть этот поезд, и раз, два, три мы вас наебли. Катя говорит, что у нее уже ноги воняют. Сплели все, взяли билеты. Блять, ну фартануло вообще. Стой, куда летишь, блять? Куда летишь? А третий путь, вон написано, третий путь, блять. Знаешь, куда идти? Такая умная крыса. Берешь вот так билет и прикладываешь его. Fucking shit of билет. Так, вот сейчас, блять, сгорит сетчатка глаза. Тихо, fucking shit of. Ну, чё, блядь, крыса? Чё крыса? Крысоловка. Так,
А почему он красный? О! Кажется, не поедешь ты никуда, крысоловка. Фокеншитова, билет твой паленый. Да сейчас. Вон, третья платформа. Нам сюда, Фокеншитова, быстро, блядь, полетела. Вот, третья платформа. Надеюсь, это он. Иначе, блядь, мы поедем в хуево тут у его. Ну ничего страшного, моя хорошая. Главное, чтобы хоть куда-то, блядь, доехали. Вон, третья платформа, Кирилловская. Кстати, я не знаю, чем отличаются площадки, типа платформы, типа кирилловское направление, еще какое-то. А, ну, блядь, видимо, это какой-то для бичей. Ну, люкс всегда люкс на любом, блядь, празднике души и тела. Давай, блядь, моя хорошая. Главное, чтобы в киску тебе ничего не залетело. Мы не успеваем через 10 минут. Там. Да, хуя, мы еще покурить успеем, блядь. Да. А потом и поезд перед носом захлопнется. Fucking shit, no bad fucking shit. Да, супер. Кирилловское направление, а не Кирилловск. Блядь, что они такие старые? Зай, ну какая ты такой поезд, не свежий, не первая свежесть. Еще прикол в том, что, блядь, сейчас типа будет дохуя людей по ходу. Но обычно всякие фокеншитовы, как мы, самые прикольные, идут до конца. Вот, и садятся в какой-нибудь уголок, чтобы никто не уволок. Вон все люди там жрут уже что-то, знаете, это как, блядь, волскарт. Закалишься. Да, все жрут, блядь. Вот кто-то фокеншитовый сидит и усами шевелит. Ой, мои хорошие. Ну, слушайте, вообще неплохой электрон, там нормальные сиденья. Можно откинуться, блядь. Вот, все просто супер. Чем прикурим, покурим. Не знаю, можно и тут курить, но нам все можно. Вообще нельзя, конечно. Ставим с фокеншитовой на перроне. Фокеншитова уже курит свой айкос. Уже сейчас отправление, но фокеншитова не унывает. Фокеншитова берет в ротик при любой погоде. Как-то так, моя хорошая. Вот, я хотела прикурить сигаретку, но не могу найти, к сожалению, зажигалочку. Вот, блядь, потому что вещей просто, блядь, знаете, как, блядь, забот полон рот, так и, блядь, зажигалок. Полные куртки, но, блядь, не найти их нихуя. Вот, кстати, уже холодно как-то достаточно, да? Пиздец, блядь. Лишь бы дождь не пошел. Ну, ничего страшного, блядь, тогда гайморит меня точно обеспечен, мои хорошие. Ладно, короче. Мы с фокеншитовой немножко перекусываем. У нас вот такие вот батончики крыльевские. Очень вкусные. Фокеншитовая уже за две щеки заглатывает. И не только это заглатывает. Фокеншитовая меня спрашивает, а ты гапаранки, ты умеешь чистить там, блядь, грибы чистить, ты умеешь готовить? Фокеншитовая, нет, блядь, я яичницу не могу-то приготовить. Никакие грибы. Я знаю только, ребята, вот знаете, вот мисс Кэти вообще не знает, как там за грибами, короче, ухаживать надо. Как их искать, но мисс Кэти я сегодня быстро научу, блядь. Поганку схавает, блядь, дрестать будет, потом никогда не возьмет ее. Ну я уже там объяснила мисс Кэти некоторые правила. Зато она готовить умеет. Как-то так, Маханаша, я не умею, а мои руки для другого созданы. Алина Пескун, всем сосать! Мы с мисс Кэти уже немножечко перекусываем вот такими вот. Мисс Кэти, оцени. Свежая. Реально свежая? Свежая, вкусная, ебучая. Ну как тебе, оценивай? Кусок добротный, мясо. Вкусный. Хлеб вкусный, вылезет через задний проход. Вот такой вот слой курицы. Я помню такие, блин, они всегда продаются. Очень, на самом деле, хорошая продукция. Хочется всегда взять в ротик, в принципе, да. Ну, я помню то, что такое продавалось в многих магазинах и до сих пор продается. И это очень хорошо. Знаешь, захотели повафлить, у кого аллергия на глютен, как у меня, пожалуйста, берете и в ротик, и слетесь. Потом 24/7. Как-то так. Приятного аппетита, малыш. Будем кушать. А, я сейчас тоже попробую, скажу вам, как мне. Нет, спасибо. Ничего не надо держать. Ну что, мои хорошие? Кусаем. Там еще огурец, короче, вот там вот. Глютенная диета. Еще не обосремся. Да, махарка. Нереально вкусно, курица уже кто-то переживал. Всем приятного аппетита. Короче, мои хорошие, накрасила Катерине бровки, сама накрасила реснички себе белые, такая альбиноску, пипец. А мне звонит Толя. Ганина, блядь. Ну ладно, сейчас возьму трубочку. Ой, ну что, мои хорошие, сейчас там будет гавкать по-любому пес, потому что там пес. У вас есть пес? Нет, блядь, вон, пес это ты у меня. Короче, идем, деревня начинается, бараки. Вот этот барак, я помню, там жил мальчик Коля, и он меня поджег спичками. Потому что он мне показал письку, а я ему показала фак. И он решил меня так отблагодарить. Тут курицы, короче, всякие у чувачков, петушки. Какая Петя, блядь? Не Петя, а Петя. Вот такие вот. Чуть собака не вылазит, сдохла, наверное. Гуси, га-га-га. Вот такие вот мрази тут обитают. Вот. Короче, колодцы всякие, все заросло, что-то никто не убирает это все дерьмо. Это такое, знаете, когда около станции идешь, вот эти всякие, самая ближайшая, так скажем, деревня, которая рядом, блядь, с поездами. Кстати, скажи быстро поезда. Поезда. А что ты? Ой, скажи быстро рис, блядь. Рис. Вау!
Смешно, блядь. Вот, вагончики всякие заброшены. Тут уже половина померла людей, которые тут жили, когда я была маленькая. Вот, тут коровы раньше были. Ну, как видите, теперь там только, блядь, воздух вместо коров. Как-то так, мои хорошие. Сегодня мы с Мискатей планируем, блядь, пойти по грибы. Вот, с пиццовым баллоном, там, с ножами, блядь, чтобы порезать их. А, блядь, а ты почему не торговалась, да, за 500 их взяла, сапожки, да, блядь? Можно было торговаться. Ну, блядь, всегда, я думала, ты в Ашане где-то их покупаешь. Да, блядь, ага. Прикинь, прикинь, в Ашане торговаться начать. Я хочу за 200 взять, блядь. Ого, какой фартовый огромный. И вот тут раньше не было, новинка какая-то. Какая-то новинка. Новинка собачьего характера. О, молоденький такой. Такой молоденький, блядь, вцепится в жопу. Нихуёво будет. Просто случайно это заприметила папоротник, когда я была малая. У нас ходила легенда во дворе, что если нюхать папоротник, то месячные придут раньше положенного. Я помню, там девчонка Ольга была. Она такая, буду нюхать папоротник. И потом она такая приходит и говорит, у меня пошли месячные. Чё, реально? Она была 9 лет, блядь. Может, у неё кровотечение было? Слушай, скорее всего, блядь, 9 лет не идут месячные. У меня пошли, мне кажется, лет 12-13, а то и в 14, блядь. Ебать, муравейник. О, блядь, точно. Кстати, я боялась муравьев. Знаешь, что я раньше делала, когда я видела муравьев? Меня однажды муравей кусил за палец. Я положила палец и наступила на него. Вот так я боялась. Вот такие вот муравьи. Кстати, блядь, они такие, у них такие попки огромные, блядь, просто трэш. Посмотрите, это муравьи, у них по-любому есть матки, они огромные, посмотри, какие они огромные. У меня мама как-то ходила по грибы, вот недалеко от дома, и увидела, что там ноги торчат из муравейника. Это, кстати, не шутка, нихуя, кого-то убили, блядь, и засунули в муравейник. Муравьи-то быстро съедят, нахуй, поживиться есть чем. Может, сапожки были. Да, блядь, ноги человечьи. Вон, кстати, смотри, вон сыроежки. Но они, правда, огромные. Мы, блядь, сразу прицениваемся, какие грибы мы можем хапнуть, какие нет. Кстати, около муравейников очень часто бывают всякие пиздатые грибы. А, кстати, это мухомор. Как понять, что тут были люди, блядь? Все выдрочено, нахуй, с палками. Муравьев до пизды. Ой, блядь, я их боюсь. У меня начинается паничка, блядь. Муравьи, сука. Там идет поезд, смотрите, на обочине, какой красавец. Вообще нельзя трогать эти грибы, потому что они очень красивые. Блядь, смотрите, как у молодой, блядь, птенец. Обычно всякие долбоёбы их ногами пинают. Это я, блядь, недавно, когда была малая. Ну, вообще очень красивый, блядь, ёбаный этот, как его? Как его называют? Как его зовут-то, блядь? Мухомор. Кстати, такое название, как Мухмед, блядь. Как Махсутка. Махсутка, блядь. Махсутка, блядь. Просто в ТикТоке есть женщина Иришка, у неё сын Махсутка. Да, мы все с него угораем. Махсутка, мухомор, блядь, одно и то же почти, как вам? Мисс Катя идет за черникой, надеюсь, свернет ногу. А я хочу вам рассказать... Чё, черники дохуя? А я хочу вам рассказать, что моя мама очень злится, когда ко мне приезжают подружки, потому что крыса вот эта, Полина, она приезжала и любила сходить в туалет рядом с домом. И мама бесилась, потому что она туалетную бумагу оставляла и не поджигала. И все время по всему лесу были раскинуты белые клочки бумаги, блядь. И мама от этого бомбила. Вот так вот у нас растет черника. Надеюсь, что вы увидите своим глазом, пиздоглазом. Но ее достаточно много. Вот. Ее собирают. Кстати, если, блядь, у вас нету денег, вы можете пойти, блядь, пособирать черники и продать ее. А хули? Хули нет, когда да. Либо можете сломать ногу, сказать, что вы без ноги. Тоже поканает, думаю. Вот и домик в деревне. Такой красивый плющ растет. Да, плющ мама посадила. Мама сама как плющ ядовитый. Ба! Фортумасти, ауе, пришли гость. Аппаратура, на которой она облокачивается. Значит, бабка где-то в доме. Ну что, короче, мои хорошие, вот тут можно помыть ручки у нас. Вот, вот тут вот у нас вот такая вот вода. Трусики замоченные. Трусики, это бабки. Так, ну что, моя хорошая, вот мука. Ой, мы упали. Так, все нормально, мискетина просто камера. Хорошо, она сюда не попала, ну ничего страшного, в следующий раз. Ты куда, дурочка моя? А это чем? Фейри, вон мылка лежит. Совсем уже, блядь, не в адеквате. Мисс Кэти моет ручки, вот так намыливает коронавирус, чтобы бабку мы не заразить. Так, вот моя бабушка, вот мисс Кэти. О, понятно, бабушка, у тебя тут полный арсенал. И вот такая вот трость, и еще вот такая вот коляска. Как-то так. Знаете, мимасик, дед насрал в коляску. А там это вам, кроссворды есть где-то. Да, кстати, я тебе принесла кроссворды. Сейчас я тебе покажу. Я все гадаю подряд. Естественно, и на чужие души гадает. Пошли в дом. Пойдем. Сейчас я покажу, что в доме лежит, дед лежит. Такая вот койка. Когда раньше я приезжала, тут этого не было. Теперь зато тут есть еще свет. И вот такая вот фартовая девочка. Очень нереальная. Да, тепло, потому что тут топит. На улице-то вообще холодно. А вы печку не топите? Будем топить. Видите, может, дотопишь? Или рано? Да не надо. Мы, наверное, вечером уедем. Не будем ночевать. Я простывшая. Че, бабушка, у меня гайморит. Что у тебя с лицом-то?
Бабушка, все нормально. А вот у тебя чего? Не знаю. Кот, это не наш. Гони. Какой гони? Никаких гони. Никаких гони. Милый маленький Микус. Посмотри, как он. Налюш, налюш. А как он пролез-то, бля? Ёп. Ты чё, бля, хамел? Хера, блядь, паркульщик. Кс-кс, маленький, голодненький мистер Кикус. Смотри, как он красивый. Ой, вонючка. Драная вонючка. Ой, какая. Ой, какой мистер Чикис. Ой. Вонючка, блядь. Он кушать хочет. Бабушка же говорила, колбаса. А, где? Баба. А что, колбасы нету для кота? Мы его кормили только что недавно. И кажется, ты врёшь и не хочешь его докармливать. А колбасу будете? Так мы хотели коту. Нет. У кота корм. Пошел в жопу. У кота корм. Вот чай. А вы с нами попьете? Нет, мы только что ели. Нет, спасибо. Бабушка пьет не только чай. Ну что, пришли, мы сели пить вот такой вот чай. Аллах Акбар. Чё? А у меня есть немножко соляночки грибной. Нет, мы только что поели. Спасибо. Ты еще раз не надо предлагать. А мы уже не придем. Нас зароют трупы. Да, вы взяли вот это? Че? Прыжку туда. Да, и нож. Ну, люди в глаза. Такой мужик подойдет. Обязательно подойдет, если мужик. А что, у вас тут мужики подходят? У бабушки. Мама ходила даже за водой, к ней подошел мужик. И что надо было? Что-то стал к ней приставать, а она тогда говорит, Саша, а Саша хорошо был рядом. Саша подошел, и он отошел. Так не приставать, трогать, жамкать ее? Нет, нет. Для бабушки это насилие, когда так просто подходишь. Маша хотела спросить это, дорога где? Да, в итоге забрызгали и уебали еще сверху. Короче, будем сейчас есть пряники и смотреть, что рядом на местности. Да. Конечно, бабушка, хочу за ножевое сесть в тюрьму. Обязательно воспользуюсь. Так, что вот, пряники, выучайте. Давно не ела пряники. Да, блядь. Обязательно, бабушка. После чая заврат кишок, чтоб не был. Блин, бабушка, ты люкс. Мне кажется, я там наблюдаю Нутеллу. Да? Такого здесь нет. Это здесь не было. Это гречка. А, блин. Бабушка, откуда у вас Нутелла тут? Бабушка, где? Я что-то не знаю. И нас не угощают. Что ты? Маша, ешьте. У меня что в холодильнике одна. Ешьте. А откуда у тебя? Шоколад. Ты любишь такое? Люблю. Так тебе, ты же ешь это. Ну, сахар, который для диабетиков. Она еще и подъедает Нутеллу с сахаром. Сейчас получишь. Давай. Занырну вашу Нутеллку, спасибо. А я думала, ты не знаешь, что это такое. Угостили. Ну как угостили? Никто не предлагал, а она уже ест. А что ты мне пожалела воды-то, блин, в чай? Я думала, тебе разбавить нужно будет. Mm-hmm. Я просто всегда разбавляю. Mm-hmm. А вот, смотри, чайник стоит, если можно добавить. А разбавлять можно молочком. Слюной можно разбавлять, бабушка. А Даша не ухаживает за гостями. Так, рот закрой, не ябедничай. Чранчик. А молоко-то будете потом съесть? О, пошло. Сейчас 10 раз предложено будет. Катя, будете молоко? А у меня это, меня тошнит от молока. Из-под коровы. Вот именно из-под коровы вообще. У меня фонтан убил туда. Ой. Да, ребята, ты будешь? Нет. Ой, ну. Я не пью молоко, оно вредное. Да здрасте. В молоке ничего полезного не содержится, кроме прыщей. Не надо пить, так как. Да пусть разговаривает, супер. Тебе дед по уху бьет? Ты же рядом сидишь. Ты деду там как комар на ухо орешь. Ой, чай, конечно, супер крутой, такой никогда не пью дома. Хоть где-то как течуёк. Очень вкусно, крепкий. Да, супер. Я, кстати, вообще не люблю творог. Я вообще молочные продукты не люблю, они как. Ну, зря, они очень полезные, там кальций. Там ничего, кроме кальция, в маленьких количествах нет. Так, а яблочки возьмете с собой? Ненавижу фрукты, овощи. Это свинина жареная, постная. Бабушка, я мусульманка. Это торчонок. Ну, спасибо на этом, бабуль. Я, кстати, ничего, кроме курицы и рыбы, не ем. Курицу и рыбу? Угу. Да, бабушка, все уже, хорош это. Давай в зубы палку и садись. Чанскин джо. А помнишь, мама ходила за грибами и увидела повешенного с корзинкой? Да. Повешенный? Да, он типа собирал грибы и резко повесился. Кто так повесили? Ну, поехала только корзина полная грибов, пошла на ту сторону, с дедом однажды пошли,
и из земли выскочила вот такая бомба. Бабушка, какая такая, блядь, вот такая? Бомба. Ну и, короче говоря, мы вызвали саперов, приехали, ее увезли. А что ты, откуда ты узнала, что это бомба? Ну, здрасте, она из земли вылезла вот такая. В смысле, она вынырнула у вас на глазах? Да. Нет, она была вынурнута. Как крот. Мы с бабой поели немного этих чефиров, заварили. И сейчас я покажу вам вблизи корову. А сколько, думаешь, сколько весит корова? Ой, блядь, бечевка, ты чё? Блядь, не успела камеру привезти, бечевка упала. Как думаешь, сколько корова весит? Лицом в говно, я не знаю. О, вот и фарт. Фарт коровий. Мне кажется, фарт у масти. Килограмм весит. Ты чё, ебанутая, она под тонну весит. Бля, я не пойду. Ребят, напишите в комментариях, сколько она привязана, она к тебе не придет. Да, нет, но если придет, сразу побежим. Мелискетти, да пойдем. Мелискетти говорит, не ходи. Обсирается немного. Короче, вот это майя или буленка, бля, хуй ее знает, короче. Вот такая вот рогатая. Вот такая вот милая, рабочая, вкусная. Знаете, я чувствую, что она сейчас встанет. И на эпоху на меня, походу. Вон мелискетти там, блядь, вот корова. Вон там буренка. Вот это, блядь, постарше мамка. А вот это теленок белый. Белый-белый, снег. Сколько, блядь, еще этот фишай ебаный. Я вижу ее в реальном времени, она намного ближе ко мне стоит. Вот. Вот такая вот буренка, да? Вот там, блядь, теленок ебаный уже копыта свои пододвигает ко мне. Интересно, как можно напугать корову, чтобы она резко подскочила? Че ты? Подсадила меня один раз корова. Как? Ну как, вот рога видишь? Ну да. А ты что, не посмотрела на нее? Блядь, я от нее убегала. Она на тебя бежала? Да. Знаете, этот теленок ебаный, блядь, заебанный. Заебал меня уже. Как в прошлый раз мы к нему близко подходили, он побежал. Говно, наступи к деньгам. Да, моя хорошая, так это не работает. Ну, случайно. Итак, мисс Катя, я увидела, что тут есть гриб какой-то. По-моему, это маховик, но не точно, но выглядит как хороший. Либо это подосиновик, либо, блядь, это белый. Срубаем нет? Целку. Тихо. Да, блядь, давай уже, щелкай его. Все, можно? Да. А вот под самый вот там, ебать, да? это белый, блядь. Смотри, ебать, какой... это то, что в Гаврилово, блядь. Смотри, какой он толстенький. Сука, это... Погоди-ка, это не палёный или белый? А я не знаю. Желтый. Блядь, это паль, походу. А ближе? Сука, я уже не помню. Слушай, вот обычно вот это желтая махорка. Полежь махорку вот эту? Полежь, чекани ее. Вот так? Ну, блядь, да. Слушай, вот это, кстати, желтая махорка упали. Но я не уверена. Выглядит как... Главное, чтобы он еще проетый не был, блядь, всякими ошками. По-моему, это настоящий. Но не точно. Желтая махорка обычно давай у того, кто паленый. Че не будем? Берем, конечно, блядь, что? Ебанутая, что ли? Ебать, ребята. Ну это не точно, конечно, но, бля. Мы с мискити видим. Вон, лисичка. Вон рыжая. Да где? Вон, о. Видишь, короче, лисички ищу, учу мискати, потому что мискати за грибами не ходила, а я с детства хожу и вот учу, какие грибы нормальные, какие нет. Смотрите, какой красивый. Красиво тебе нравится? Да, классно. А смотри, тут еще есть. Вот, смотри. О, смотри. Подожди-ка. Смотри, в чем прикол. А. Ты когда вот так вот делаешь, видишь, они вот тут могут быть под этим бомху. И вот тут вот, видишь? То есть они обычно кучкуются. Че, выкорчевываем? Да, давай трансогриб, выковыривай. И когда наступаешь, аккуратно наступай, потому что вполне вероятно, что рядом где-то еще. Мы, короче, рядом с дачей, тут людей дохуя ходит. И типа тут уже грибы потоптаны. Но мы, блядь, как крысы, ходим и подбираем. Я вижу уже лисички опять. Можно так нормально лисичку набрать, на самом деле. Даже если там без ПФК, нет ПФК. Короче, идем с Катюхой, гуляем, смотрим. Ну, конечно, мы недалеко от дома, тут уже все поюзано. Уже шкалеры все обвафлили, тут грибов нихуя нет. Ну, так, знаете, чуть-чуть, блядь, подбираем, что не увидели, блядь, косороты. Ну, а так все, в принципе, фартумасти. Я хочу нож метнуть в дерево. Давай. А ты в курсе, что он может отстрельнуть? Нет. Ну, давай. Знаешь, я вот за рукоятку брала, а можно брать вот так, я в фильмах видела. Да, давай, супер. Давай, малышка. Ты можешь без глаз, блядь. Ой, фартумасти, блядь. Отрикошетишь сейчас глаза, блядь, и будешь пиздоглазый. Идем с Катей, я говорю, то, что тут местность все ходят. И опа, блядь, смотрите, какой мудозвон, блядь, стоит. Вот это белый гриб называется, вот такой вот коричневого цвета говна. Честно говоря, Катя, ты бы его заметила, если бы не знала, как грибы выглядят? Нет. Посмотри, он вообще беспалевный, да? Вообще. Пипец, блин, как закладчик шифруется. У тебя как-то настроенные глаза очень. Что? Ну ты видишь, вот я иду, я не вижу. Да, ну, мне очень нравится, что он плотненький, он такой вот отличается от других грибов. Угу. А здесь не шапку. А вот это вот беленькое выделяется, это что такое? Это?
Кто-то жрать начал, может быть, отложил личинок. Ну, ничего страшного. Фарт. Вот такой вот белый гриб. Но это типа мы самый ищем. Козырный. Это самый охуевший гриб, бля. Для буду-не буду. Вот. Сложили его в свою корзину розовую, блядь. И сейчас пойдем дальше. Буду вам показывать, зарядки мало, буду показывать, что фартанет, короче, нам сегодня. Мы в лесу вот таком пиздатом прекрасном. А, вот. Ну, кто-то, блядь, ебалом щелкнул и не увидел. Ничего страшного. Мы из этого увидели. Ходили мы с Мискетти за грибами и нашли вот такой вот прикол. Такое вот говно. Это говно лося. Надо потрогать, да? Ой, блядь, типа свежее. Слушай, а что ты не говоришь попробовать на вкус, блядь? Вкуснятина. Короче, ходим и давайте покажем, что. Мы нашли два белых, вот таких вот, как я показывала, боровик, и много сырежек, там маховичков и всего остального. Блядь, ребята, это пиздец. Короче, мы шли, и мы не заметили, как мы заблудились. Я сейчас пытаюсь не паниковать, но мне кажется, что мы реально заблудились, блядь. Ну, на самом деле мы просто шли вот от дороги, мы постоянно оглядывались, обращали внимание на дорогу. Ну, я нихуя не оглядывалась, не знаю, как я ты. Я оглядывалась. Мы сейчас, короче, шли по направлению к дороге, и шли очень долго, и, короче, не вышли. И, блядь, в итоге мы зашли в мешанину, где дохуя деревьев. И там были женщины, они пропали, и мы хуй знает, куда идти, короче. И... Ну, это смешно. Мало того, что я не умею. Типа, мне друг говорит, включи компас. Какой нахуй компас? Включила я, и что понимать, как понимать? Я вообще, мы посмотрели сразу по карте, я вообще нихуя не понимаю, я только выпила бутылку пива, и меня вообще развезло по полной. Поэтому, ребята, это полный трэш, уже садится солнце, и... Короче, я не знаю, что нам делать, блядь, мы заблудились. Блядь, мы заблудились, пиздец, но это не значит, что не нужно радоваться боровикам, ебать, режь его нахуй. Мы нашли большой белый гриб. Я, по сути, и впервые его, да? Блядь, его подъели, нихуёво. Блядь. Сука, подъели, падла. А ты разрежь, посмотри. А я уже вижу, что там было. Суку, съели, блядь, полностью съеден. Блядь, долбоёбы, кто не ищет, блядь, грибы нахуй? Они хниют из-за вас. Значит, поблизости еще, да, есть? Ну, не факт, но да. Такие, минуты назад мы потеряли, сейчас, о, гриб. Ну а что, блядь, грибы, что ли, если, блядь, потерялся? Пипец, блядь, трэш. Мы, кстати, не поедем в Гаврилово, наверное, скорее всего. Мы ищем грибы, просто подальше зайдем. Какой нахуй Гаврилово, нам бы из леса выйти. Блядь. А, блядь, точняк. Видите, просто, маховички, вон там вот он. Иди туда. Блядь, честно говоря, вообще похуй на то, что мы потерялись, блядь. Да, похуй, что мы потерялись, бутылка пива есть и нормально. Девушка, здравствуйте, а не подскажете, где дорога, а то мы немного заплутали. А как вы ориентируетесь? Ой, супер, мы только оттуда. А, все, поняла. Ой, да мы просто грибы собираем так чисто. Нет, откуда вы вышли? Тогда туда. Ну вы идите ага. Лучше пока прямо, пока не дойдете до. Ага, все, понятно, а то мы вообще люто заблудились, короче, капец. Тут такие круги. Можно, да. Все, пойдем, то ли же запутал. Нету? Да есть, конечно, блин, мы так, плутовки. Google и карты открываете, и он вам ваше местоположение показывает в Google, ага. Вот так, точечкой. Ага. И вы, вот он, если у вас он направление, видите, синенькое, туда, да. Вперед, угу. Так вот это направление, ориентировочно. То есть вот сейчас, вот, ну, если прямо, ну вам вы там попретесь тогда через болото. Вы, угу. Чуть-чуть туда все, дайте, угу. На дорогу, и по дороге пойдете в дом. А, все, поняли, да. То угу. Мы обосрались от страха. Да, вот мы уже это, ходим, бродим. Все, спасибо большое. Лежали. До свидания, приятного вам поедания. Да, черничного. Все, короче, прикинь, блядь, как мы запутались. Ой, смотри, я вообще думала, что нам в другую сторону идти. Люди сказали тоже про это, Лиза Алерт. А, да? Да, она сказала, если что, звоните в Лиза Алерт. А, понятно. Они выводят, кстати, из леса. Это, типа, популярная, да, тема какая-то? Конечно, Лиза Алерт — это поиски всяких людей пропавших. Мискетти, курс юного гриболюба. Проебались, но теперь срываем вот такой вот красный грибок. Это чуть хуже, чем белый, но тоже пиздатый. Ну-ка, смотрим. Охуенный. Хорошенький, свежий. Ой, ефак, у меня только одна мечта, прийти домой и пожарить. И сесть на него. Мяу. С картошкой, с лучком. Дойти бы до дома, блядь. Дойти бы реально до дома, блядь. Мы только что спрашивали, куда. Люди сами в душе не будут без карты, куда идти. Ну и похуй на них. У меня 13% на GoPro-шке. Я буду снимать самое, короче, прикольное. Короче, бабушка Дашина говорит. Девочки, аккуратнее, потому что к Дашиной маме как-то раз какой-то мужик там типа подошел, когда она тоже пристал. Плутала, да, пристал, типа, когда она плутала по лесу. Я такая говорю, он прям ее начал жамкать. Бабушка такая говорит, ой, да нет, ты чего? Я говорю, а что он начал делать-то? Ну, он вот так подошел, что-то начал спрашивать. Я говорю, ну, в смысле, он прям приставал к ней? Бабушка такая, да нет. Он ее трогал? Нет. Уже Саша бежал. Саша, это мужик моей мамы. Уже Саша бежал к ней. Вот если бы Саша не подбежал, все. Хорошо, что Саша рядом был. Блядь. Человек, наверное, хотел спросить, в какую сторону, блядь, ему. Да. Мы с Петеряскиным мисс Кэти пришли вот в такой вот кока-кольный прорубь. Вот тут вот течет вода, и тут должно быть еще больше грибов, короче, вот.
Вот, у меня осталось 9%, я не знаю, что успею подснять, но успею и обязательно вам покажу, что я отсняла. Вот, мы будем сейчас искать грибы, надеюсь, что-нибудь найдем. Но мы уже нашли еще подосиновики, бля, ну, короче, сейчас вообще так найдем, что все окочулятся нахуй. О, бля, девочки, ну просто фартануто, видно, да? Mm-hmm. Я пописала, смотрите, такая вот запеканка. Из такого вот песка. Киску-то не снимай. Я пописывала, вот, и сейчас мы продолжим идти за нашими грибами. Покажи, что мы набрали. А главное, пивчик рядом пописала она. А, да, она пиво выпила, пописала. Вот, короче, смотрите, мы набрали грибов вот таких. Возможно, мы сегодня вечером их пожарим. И в киску дадим всем. Ну, я не могу сказать, что густо, но вроде так. Нормально, кайфово. Ой, ребята, на камере 1%. Я сейчас постараюсь найти зарядку для GoPro-шки. Просто не думала, что мы будем ночевать, а мы сегодня будем тут ночевать. Вот такой вот у нас улов здоровский. Там подосиновики, блядь, ну так навалились сегодня на ужин. Вон Катя бежит, блядь, бежит из своих ногах, блядь, быстрее бы пожрать. Мы 3 часа ходили, блядь, заплутали, короче, полный трэш. Поедем в магазин, сейчас будем жрать. Вот, я подсниму вам, блядь, если найду зарядку. Если нет, мои хорошие, то это конец, блядь, нашей жизни. Вот так, сегодня мы охуенно повафлили, охуенно сходили за грибами. Как тебе понравилось? Трансик. Трансик очень понравилось, он бежит, блядь, со всех ног жрать. Это мой первый опыт, нифига себе, конечно, понравилось. Блин, яйцелюб пришел. Вон он, рыжий, такой хороший. Ну, мне так нравится, он такой хорошенький, яйцелюб. Такой яйцелюб. Иди сюда. Ой, ой, ой. Такой милый, такой милый, милый яйцелюб. Как говорится, сам собрал, сам и съел. Вместе Екатерина, соль, бабушка. И вот такие вот грибы и такую курицу. Вот, с картошкой. Слушай. Катя, завтра пойдете маме и с папой наберете, ладно? Да, наберем, скажем, что вкусно было. А Катя из детдома. Извини, подруга. Вот, короче, ребята, мы вот так вот кушаем. Завершающего влога уже поздно. Камера села. Чего вы все меня слушаете, блядь, как будто я тут оратор какой-то. Мои хорошие. Да я сама. Спасибо, не надо. Я знаю, твой наклад у меня сейчас все мне выложишь. Мои хорошенькие, с вами была я, Даша Друже. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, аж харкнула вас. Катя, всем, ёб твою. Чё ты орёшь? Всем пока-пока. Пока. Мы идем в магазин, в антракт, пожарили овощи, ну как, бабка там жарит, короче, попросила пивка купить для Левка. Я иду в маминой куртке, и она вся в говне. Сейчас мама звонит, и я ей говорю, мама, а чё вся одежда в говне, антракт? Так на даче всегда всё в говне. А я, блядь, иду, как на показ мод. На камере не так грязно, но, блядь, тут всё, короче, в говне, пиздец. Иду в магазин. Этот, чё мы только что ели? Мы паштетик. А, вот, паштет на губе у меня. Я вам, блядь, иду как на показ мод беженка, блядь. Ой, ну что, мои хорошенькие, пришли мы в магазин купить что-то, щетки, чтобы изо рта не воняло. Вот тут мальчик ездит, ковыряется. Сейчас купим что-нибудь, пойдем домой, бабка пока грибы готовит с картошкой. И будет нереальное украинское угощение. Котоп, а, нет, белорусское. Ну ладно, ты, конечно, пиздешь, что белорусские, типа, люди любят картошку, все любят картошку. Ну все, мои хорошие, сходила в магазин вот такого вот городского типа, показывать, что там я не буду, потому что там цены, в принципе, такие же, как и у нас. Ну то есть, типа, блядь. Зубная щетка полто стоит. Шоколадка Альпин Гольд, которая в магазине везде по акциям стоит 50 рублей, у них стоит 72 рубля. Вот, мармелад, короче, вот это вот все вышло на 300 с чем-то. Я просто в ахуе, какие цены. Видели эти цены? В магазине только что мы за 28 рублей купили вот такие карандаши, жвачка. А, давай открывай. Короче, я ела такое в детстве, ела такое? Не, ни разу, курила. Какой курила? Вот что все курили, изображали-то в детстве. Да, вот такие вот. У меня были такие. Интересно, они тогда были не супер вкусные, не долгосрочные. А сейчас, блядь, хуже, чем жвачку по рублю. Все помнят жвачку по рублю? А вы помните такой прикол? Здравствуйте, мне жвачку по рублю. Да, пожалуйста. А сколько с меня? Отвратительно. В смысле отвратительно? Мое топ детство. Ты чё, гнида? Ну, как тебе? Ну, это сплошной сахар, как мне? Как? А, ну, насыщенно? Насыщенно, да. Ну, вот я пожевала ровно минутку, уже все вкуса нет. Какую минутку, блядь? А можно секундочку глотать? Ты чё, блядь? Я всегда глотала. Ну, поэтому камни в почках. Привкус бубы и гума. Вкусного. Давай, знаете? Ну, какой-то сахар. Сахар просто. Очень много сахара. Он даже вот так хрустит на зубах, как песчинки эти. Хуета, бля, я лимая. 28 рублей. И я не удивлена, что стоит... Я только думаю, 28 рублей, что-то дешево, бля. Сука, это даже 100 рублей. Ой, блядь, какой 100 рублей. Это рубля не стоит. А почему он карандаши называется? Если вытянутая форма, не значит, что карандаш, блядь. А тут еще, кстати, сзади есть вот такая вот раскраска.
Да, это для того, чтобы не так обидно было, что 28 проебал. Мы нашли вот такую вот невероятную бабочку. Вот такая вот будущая мать, между прочим. Оп! Бомбалейла. А что она встает? Малыха. Ой, какая вонючка. Она вообще еле сидит, блядь. Она инвалидка какая-то. Она детдомовец. Блядь, какая она жирная. Блядь, какая она маленькая. Она прям отрывает ее как ягоду. Ой, дай встань. Ой, блядь, это как пиявка. Стой. Я, кстати, реально, блядь, мы после пиявок в флешбеке. Смотрите. Какая малыха. Ты чё, гнида? Оно, блядь, между прочим, упало с огромного этажа. Ну что, мои хорошие, знаю то, что влог уже прошел, но я хотела показать вам наше утро. Вот мы с Катей с опухшими рылами сидим. Бабка еще спит. Ну как еще спит? Она проснулась уже, поела опять спать. Вот, а мы сегодня кушаем. Вот такой вот у нас завтрак, смотрите. Вот такой вот у нас чаек с малинкой. Катя приготовила яйца. Ты больше не что кто-то вырвал мне в тарелку. И, конечно же, сосиски. Мы с Катей скоро поедем домой. Вот. И там нужно сделать еще пару фоточек. И, конечно же, протеиновый батончик. Катя срочно съела, я еще нет, так что не рассчитывай на мою дозу. Я угощусь. Нет. Так что всем доброго утра, а мы едем домой.